подходите на кругляшки сюда, вот вставайте. Можно, можно социальную дистанцию соблюдаем. Качественный звук даже без микрофона под открытым небом. Чтобы послушать музыку, сходятся даже жители соседних домов и просто зеваки. Это маримба, родственник ксилофона, инструмент, который в Алтайский музыкальный колледж привезли по заказу из Японии. Это вообще первая маримба в регионе, и по стране таких единицы. Вот и в колледже ждали маримбу 30 лет. До этого студенты играли на самодельном инструменте. Его изготовил преподаватель. Примерно 10 лет назад Юрий Валентинович выписал, собственно, дерево палисандр, куб палисандра, выточил клавиатуру из этого палисандра. На самодельный каркас, собственно, водрузили эту клавиатуру. И вот на таком инструменте обучали студентов, поскольку это было, ну, в общем-то, вынужденное положение. На приобретение новых инструментов музыкальный колледж получил более 12 миллионов рублей по нацпроекту «Культура». Стоимость этого инструмента почти 1,5 миллиона. Презентацию маримбы решили провести на улице, все-таки пандемия. В колледже сейчас идут экзамены, и студенты вынуждены записывать свои выступления на видео, чтобы отправить комиссии. Даже вступительные экзамены проходят в онлайн-формате. Сейчас вот живую музыку мы особенно это не можем показать, мероприятия такие запрещены. Вот, ну, приходится как-то вот расставлять людей везде, соблюдать социальную дистанцию. Ну, мы рады, что у нас такое мероприятие сегодня. Замечательный инструмент, богат разными оттенками звука. Видно, что музыканты уже соскучились по выступлениям и очень надеются, что впереди их ждут нормальные живые концерты, в том числе с участием японской маримбы. Ирина Корчагина, Илья Халяпин, «День с толком».